Снова здравствуйте, друзья! Решила сегодня приготовить ленивые хачапури с припеком. Припеком у нас будут любые грибы. Обычно я беру шампиньоны. Сегодня я взяла шиитаки или пёга-басот, как они называются в Корее. Я их помыла. И в этих грибах не используют ножки. Ножки мы удаляем. Нарезаем просто слоями. Грибами я украшу наши ленивые хачапури, и благодаря грибам вкус нашего блюда будет богаче. Теперь, друзья, мы приготовим тесто. Берем глубокую посуду, выливаем 400 мл кефира, подсаливаем 1/2 чайной ложки соли, взбиваем 2 яйца куриных, размешиваем это все, отправляем сюда 30 мл растительного масла, любого. Теперь вводим муку подготовленную. Муки нам понадобится 200 граммов. Все хорошо смешиваем. Растираем все комочки. И теперь сюда вводим 1/2 чайной ложки соды. Еще размешиваем. Следом идет натертый сыр, любой твердый сыр. Сыра нам понадобится где-то 80-100 граммов. Перемешиваем все. И пока отставляем в сторонку. Также я беру любую зелень, у меня это лук зеленый. Его мы нарезаем меленько. Нарезанный лук отправляем в тесто. Перемешиваем. Наше тесто готово. Берем сковороду, нагреваем. Наливаем немного растительного масла. На разогретую сковородку наливаем 2 половника теста. Сверху выкладываем нарезанные слоями грибочки. Украшаем наши ленивые хачапури. Жарим на медленном огне, накрывая крышкой. Проверяем наш будущий хачапури. Переворачиваем и еще накрываем крышечкой. Смотрим, что у нас получилось. Выкладываем на блюдо. Снова капельку масла на сковородку и 2 половника теста. Если сковородка у вас большого диаметра, помогаете тесту распределиться по сковородке. Выкладываем нарезанные слоями грибочки. Таким образом делаем припек. Накрываем крышечкой. И так поступаем со всем оставшимся тестом. Итак, друзья, у нас получилось 3 больших ленивых хачапури и 1 маленький. Попробуем на вкус. Хорошо прожарен. В середине наше блюдо рыхлое. Пробуем на вкус. Нежное пушистое тесто с запахом лука и грибочков. Готовьте так, друзья, это очень вкусно. Главное, что готовится быстро и легко. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и пока-пока.